прогнозы однозначно негативные. Мы видим, что политическая система не создана, мощной армии с тяжелым оружием в Афганистане не существует, талибы не интегрированы в общество, и повестка антиталибская внутри остается по-прежнему. При этом талибов начинают вовлекать в переговорный процесс. И плюс, да, конечно, самое главное, по-прежнему остается колоссальным наркопроизводство в Афганистане, которое, по сути, превратило страну в ферму с производством опиумного мака.